Начало празднования дня рождения Сочи положено. В зимнем театре выступили лучшие коллективы города. Жители олимпийской столицы поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов. У каждого был свой исторический этап. И на каждом этом историческом этапе наши поколения справлялись достойно. И то, что сегодня мы имеем, это продолжение всего начатого. И всем ветеранам, всем пенсионерам нашего города огромное честное спасибо, низкий поклон, здоровья вам! И мы все сделаем для того, чтобы жизнь ваша была достойной. Делают город лучше сами люди. Глава Сочи Анатолий Пахомов наградил почетными грамотами всех, кто внес свой вклад в развитие олимпийской столицы. Сочи, безусловно, один из самых прекрасных городов на Земле. Об этом знают местные жители. А вот профессия экскурсовода как раз и нужна для того, чтобы нашими глазами город прекрасным увидели миллионы жителей России, зарубежных гостей. И, конечно, очень горжусь, что вместе со своими коллегами могу выполнять эту замечательную миссию – популяризировать Сочи как курорт и туристический центр. Также почетными грамотами наградили руководители крупных и малых организаций, сотрудников курортного комплекса, представителей ТОСа, выдающихся спортивных деятелей и многих других. Всех тех, кто болеет душой за родной курорт. На сегодняшний день у нас организованы школы, организованы спортивные залы в Сочи, в Лао, в Адлере, в Дагомысе. Очень большой приток детей. Буквально неделю тому назад состоялись соревнования. 170 участников детей, понимаете? Поэтому это перспектива города Сочи не только как культурного города, но и спортивного города. И это действительно так. За последние годы олимпийская столица сделала мощный скачок в развитии. Улучшения коснулись абсолютно всех сфер. И это стало возможным не только благодаря колоссальным финансовым вложениям в связи с зимними играми. Человеческий фактор сыграл немаловажную роль. Многие жители внесли свой вклад в развитие Сочи, отметил председатель городского собрания Анатолий Луцик. Но самое главное богатство этого города – это люди. Они в чем-то особенные в городе Сочи. Они немножко добрее, немножко внимательнее, и насколько они гостеприимные. И это город Сочи, он уникален. В этом году пополнилось и количество почетных граждан Сочи. Этого звания удостоился полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Огромная ответственность и огромная перспектива для будущего. Я думаю, что мы наш город еще сделаем лучше. Хотя вот вспоминая его 30-летней давности, конечно, сегодня нельзя его сравнить. Торжественным мероприятием в Зимнем театре празднование Дня города не окончилось. Впереди жители и гостей Сочи ожидают концерты во всех районах и большая субботняя ярмарка на площади искусств. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.